из опереты Исаака Дунаевского «Белая акация». Старший сержант полиции Виктор Жиляев и Наталья Кириллова. Первый оперативный полк полиции. Посмотрите, ветер тучи нагоняет. Ну и что же? Скоро дождь пойдет сейчас. Да, возможно. Значит, многое бывает. По причине, не зависящей от вас. Безусловно, кое-что, хоть и немного. С той поры, как существует белый свет, до сих пор зависит полностью от Бога, несмотря на то, что Бога нет. Но поверьте, я для вас бы сделать мог то, чего не смог бы сделать даже Бог. Вам стоит только приказать, пожалуйста, я все для вас готов достать, пожалуйста. Любой готов принять, я помогу. В кино, на танцы, в ресторан, пожалуйста, скорей прошу мне дать ответ. Пожалуйста, не говорите, только нет. Пожалуйста, но я должна вас попросить, ну, чуть-чуть скромнее быть. Серьезнее. Серьезнее, пожалуйста. Спокойнее. Спокойнее, пожалуйста. Солиднее. Солиднее, пожалуйста. Достойнее. Достойнее, пожалуйста. Серьезнее. Серьезно влюбленный в первый раз. Я же ее не узнаю вас. По причине, в данном случае, зависящей от вас. У меня же не есть. Это несомненно. Не знаю, где вам переживать. И я даю вам много слова, джентльмена, что на это дело мне плевать. Я не знаю, что мне делать, как мне быть. Жизнь не надо философски подходить. Исполни я приказ, пожалуйста. Хотите, чтобы я скрылся с глаз? Пожалуйста. Чтоб я достался небес. Чтоб я в огонь для вас полез. Пожалуйста, скорее прошу мне дать ответ. Пожалуйста. Не говорите, только нет. Пожалуйста. Но я должна вас попросить, ну, хоть чуть-чуть скромнее быть. Серьезнее. Серьезнее. Пожалуйста. Спокойнее. Спокойнее, пожалуйста. Солиднее. Солиднее, пожалуйста. Достойнее. Достойнее, пожалуйста. Солиднее.